Владимир Ключиков из найденного полулежал с гнилыми надстройками катера на берегу одного из заводов, но с документами предложил восстановить. В течение года я финансировал, он организовал специалистов. К июню 93-го судно было готово. Решили устроить презентацию. Презентация катера. ПИС. Привезли во флягах воду, пиво в ящиках, шампанское, водку, много мяса, всякой закуски. Я оплатил аренду шара, только что появившегося в городе, также нанял судно с баржой для доставки груза, людей, катера для катания на парашютах и лыжах. Адмиральский проект 371 БИС, или просто в народе «Бисенок», с двигателем 3D6. В одной обойме 10 лет подряд. Там говорят, пора остепениться. А мы твердим, что 10 лет не срок, а только окончание начала. Соленый дует с моря ветерок, покачивая танкер причала. За эти 10 пройден трудный путь, осталось за бортом друзей немало. Мы с вами можем лично сами спуститься с ступеней такой прекрасной суши. Так вот, я, поскольку человек кавказский, жил уже долгие годы на Кавказе, я хочу сказать тост с элементами кавказского. Вот святой Георгий православной религии является покровителем христианского войска. А у осетин святой Георгий называется Ластерж. Он является покровителем дорог. Ну каких дорог? Жизненных дорог. Так вот я хочу выбить за то, чтобы дороги, тем более морские дороги, водные дороги этого судна, были прямые и счастливые. И всех тех, кто побывал на этом судне, были счастливы, здоровы. То есть как? Мужчины должны быть здоровы и удачливы. Не туда. А женщины, естественно, должны быть молодые и красивые. То есть женщины всегда быть влюблены. Почему? Потому что пока женщины любят, они молодые и красивы. Итак, выпьем за это прекрасное судно и за его новых владельцев. Итак, ура! Thank you.
Да? Пьем до дна, в народе говорят, пить до половины не пристало. Пьем, чтоб непокорная волна не хлестала корпус, а ласкала. Катер и амурская волна пьют на бурдершафт, а это значит, наш алькор да не увидит дна в добрый путь успеха и удачи. Это катер, это амурская волна. Не смогу подождать. Здравствуй, друг, идите! Во время поцелуя, отдаю поцелуй, я тут не Мои хорошие знакомые, ансамбль «Карабин». Покрытых вод, ведь еще шуршат травой, и не вязать в снегах, и безмятежно жить, 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 и жить в бегах, в бегах, и безмятежно жить, и жить в бегах, в бегах, дремать под стук колес, шагать под песню скворца. В общем, горе быть о том, что нет конца. Еще не все, не все, еще придет черед, и проливных дождей, и льдом покрытых вод. Из привезенных двух парашютов по 9 устроили по катушке. Первым стартовал профи. Инструктор. Он приземлился к застолью. Остальных садили по технике безопасности только в воду. Решился и мой партнер на бесенке, Владимир. Когда ты в пропасть падаешь с обрыва, пока картина в общем не ясна, ты не смотри на окружающих тоскливо, ведь ты еще не долетел до дна, не падай духом, не падай духом, ведь ты еще не долетел до дна. Да!
Начнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь. Очень кстати подъехала лошади цыган, покатал к великой радости детей. Спасибо ему большое. Закат, костер, муж, сосен, пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Присутствует много людей. Публика была разношерстная. Биологи, дельтапланеристы, парашютисты, спортсмены, бизнесмены. Ну и, конечно, дети. Но никто не только не напился, даже не было повышенных тонов. Хотя алкоголя хватило на весь длинный до ночи день. Просто хорошее настроение, качественный алкоголь, закуска и, главное, активный отдых. Парашюты, лыжи, танцы, бутылочка, перетягивание каната. Вернулись в Хабаровск. Отлично провели время. Думаю, всем понравилось. Бесенка я эксплуатировал 3 или 4 года. Много на нем походили. Отдыхали большими, до 30 человек, компаниями. Но пришло время, я понял, что тяжело становится финансировать. Пришлось от него отказаться. Спасибо тебе. Спасибо Евгению Шарко. В его кинокомпании снимался для меня этот ролик, фильм, а монтировал в 2013 году Иван Бахтин.